Всем привет, друзья, финиш оффроудного дня. День был долгий, много всего было, очень насыщенный. Концовка не менее интересная, чем весь день. УАЗ вроде казалось безнадежно уже был обездвижен, но удалось его оживить, завести, удачно доехать до финиша. После чего пытались мы его опять запустить, ну, своим стартером. И после таких испытаний, которые он прошел за весь этот день вместе со своим пилотом, который удачно прошел гольф-брод, там в предыдущих сериях можете посмотреть, это 8-я серия. Ну, что тут скажешь, сейчас все увидите. Несколько пока фотографий интересных концовки. Нива показала себя очень круто. В общем, смотрите, было хорошо. Подписывайтесь. Доставай саперскую лопатку, сейчас починим. Сейчас надо прикурить. А, прикурить надо? Подсел, Дима, да? Дима, сюда. Так, вечереет, вечереет. Там патруль, я вижу, пошел по болоту. Не знаю, далеко доедет или нет, а Вова хочет развернуться тут. На пятачке. Патриот. На коксе, нормально. Сейчас прикурим. Ты ищешь, где плюс-минус? Ну, я уже один раз перепутал зимой в спешке. Вижу, все. Есть? Сейчас. Так, спорт. Сюда, к нам поближе. Красавчик. Серьезный аппарат. С лопаткой стучать. Вова, иди стучи, у тебя получается. Так, положу ее здесь пока. Да, да, мы будем стучать, если что. Постукивай. Постукивай. Нет, постукивай. Вова, вон инструмент твой любимый. С утра постучали, целый день работало. Внизу попробую, надо, может. Я в прошлый раз здесь стучу. Оно по-разному ж каждый раз. Ну давай. Пока не хочет. Давай напрямую его там сюда. Надо вот. Гамки пальцы сюда. А плюс два больших. Два больших тебе тут идет. Нож жалко, новый почти. Это жесткий оазис. Тут свободно так под капотом. Что, патрол проскочил? Нет. А там Саня стоит? Саня на месте, что ты очкуешь? Саня я еще уверен. Она не клацает, не в пять. Сзади дорогая иномарка, осторожно. Новые? Ну, эти, да, взял новенькие. Сегодня, думаю... Купил утром, да? Посвящение, думаю, сегодня. А, чтобы парадное оделся, да? Одеться перед пацанами, чтобы не стыдно было. Ну, вот. Патриот тут серьезная подготовка. Пикап-клуб Украина. Угу. Кумьёй. Там еще спорт. Спасибо.
блин, Нива. Пилот не успел даже в машину сесть. Оп, все, все. Так, сейчас буксира заведемся. Я надеюсь. Круг мне нравится. Мне нравится, что ты постоянно на моей стороне. Мне нравится. Это машина со слонами. Символ Танзании тут, блин, на ней. Подожди. Не, сейчас он подъедет. Все, я хочу на автомате 100%. Я больше никогда не буду хлопнуть, потому что спереди будет. Отвечаю. Машина будет на автомате. Не, не, не надо на автомате. Корозащитка должна быть без... Темная. Да, да. Ну и стропа, и корозащитка, она рвется, если скручена. Оп, подожди. Ну там одна, не страшно, да. Понял. Пенечки эти жесткие. В прошлый раз ехали, что-то не видно. Крис, еще оно тут такое, за это заросшее. Крис что-то раз под рулем так уперся, блин, что не это. Как вкопанный, блин. Куда? Куда, что? Не, не успел? Вернулся, не? Не. Давай сейчас его назад что-то, не? Вот, там Вова творит чудеса. Хорошо колеса узкие, но... Давай раскачка, вместе. Раскачка. Давай, давай. Равняй, равняй, равняй. Нормально идем. А что ты говоришь на повышенной скорости, чуть не на пониженной? Потому что большое очень это, ну, сопротивление большое очень. Зато и... Не-не-не, не надо. Ты быстрее на вторую, третью и пошел. На повышенной, на первой, на второй даже. Береги машину, я тебя прошу. Давай, 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 на тормоз запускай. С лебедками на больших колесах все умеют. А без кардана, типа, а без лебедок. А без аккумулятора. Напробуем запуск. Болото вон тут буквально 10 метров прямика. Что-то она как-то вообще не слышно, как поршня крутятся, ты понимаешь? Никаких признаков жизни. Витя, слышь, такое впечатление, что... Она быстро как-то вообще поехала. Так вообще вроде никакого сопротивления нет. Я на болоте сидел там, понял? А, может... Он стартером крутит, а у него колеса все крутятся. Это серьезный пилот. Чуть не проехал. Или да чуть далеко, да? Там лебедкой подтягивает. Ну такой альтернативный маршрут, но такой жесткий, да? Ну да. Не, ну там интереснее, посетить, да? Да, конечно. Здесь такое, посетить. Да, такое тут нормальное веселье. Хорошие места. А патрол докуда доехал? До середины? Паджеро, короче, дальше, да? Назад чуть-чуть. Все, не надо. Все. Слушайте, весла. Места хорошие. Ну хорошая лебедка в патруле. Да. Ух, там уже накопали, нарыли. Куда-то он начал погружаться левой стороной. Копает сильно. Влево руль. Ох, тут и жесть. Да, с УАЗом как-то непонятно, что-то произошло. Ох, и нарыли тут уже. Целое озеро будет после нас.
Так, тут Вован подтолкнул Витю за паску. Так так и едьте, Витя! Нивой бампером за паску вытолкал на исходную. Завести у вас не удалось пока. Сейчас просто на лебедке перетащим на ту сторону и все. Там уже будем пробовать завести. Ну, вот дождь начинается как раз вовремя. А ты думал, оффроуд это только кататься за рулем? Ну я думал, да, как, ну, ты понял? Как белые люди или что? Ну как на ютубе показывают, едут, да и едут. Едут, да, пацаны, все время красиво, да, в белых рубашках. Да-да, вот именно так все происходит. Вот как сейчас. Идет тебе подмога. Слышу по шагам знакомый стук колес. Для фотосессии ты нормально шел, в принципе. Это уже типа... Так а ты КУАЗу не прицепил его? Поехали, поехали, стоп! Подожди, так не прицепил или прицепил? Прицепил или нет? Нет еще. Ёханы. Чуть не набрал. Так, вторую лебедку еще, чтобы наверняка. Еще одна лебедка готовится. Так, пошла натяжка. Так, поехал УАЗик. С неработающим двигателем. Сейчас, может, заведется. Нам еще домой надо доехать. Руля хорошая, тут лебедка, блин. Масла это, аварный. Сколько уже машин перетащил и себя, и остальных. УАЗа идет полным ходом. Что у нас тут? Тут свободненько еще. Да, такая красота. Все цветет, зеленеет. Тут за городом чуть позднее. Ну, смотря какие деревья. Новый пилот как на Тесле, да? Беззвучно идет, нормально. Да, экологично, да. Да, давай вторую толкача.
Да куда? Скорость нужна. Не-не, не надо. Так, ну вот теперь главная звезда дня. Блин, ему надо куда-то в сторону просто дать. Там уже так нарыли, что... Вова, надо было по другой траектории просто. Так, пытается Саня Вову завести. Такой старт жесткий был. Так, ну вас завели вроде, да, судя по дыму, с выхлопной, то все нормально. Починили. Это же у вас он не может сломаться. Вова едет. Да, вот такой новый, срезочка такая, ну. Тут только... Для болотоходов срезочка. Кольцо замкнули, в принципе, можно делать на время, кто быстрее круг даст. Вот и все. Так, мы внутри этой легендарной Нивы. Простой красной кастрюльки, да? Блин, надо было по ненакопанному, ты бы нам сам проехал, жалко мне. Чуть влево надо было уйти. Ну ладно, что такое, в следующий раз. Там озеро такое нормальное уже. Витя. А, он меня надумал, что забыл, наверное. Так, блин, тут как-то дует у тебя. А где-то тут электростеклоподъемники в этой машине. А где они мажорные, мажорские эти кнопки? Да, вот они. Видите, работают, работают. Видите, чистит протектор, наверное. Или прогревает резину. Что, поедем на ту сторону? Саня уже на той стороне. Посередине не глубоко вообще было. Траектория проверена. На вид выглядит страшно, но совсем не страшно. Так, у вас ГТР. Стой, стой, стой. Куда ты, за мной? Я выезжаю. Да не, нам же прям... Я застал, чтобы подумать, чтобы мне дал консультацию. А, да надо так прямо и ехать было. Не, прямо вот тут и спрыгиваешь и поехал. Не работает, стартер не работает, но мотором все в порядке. Вот так вот едет этот легендарный УАЗ уже, ставший за последний месяц, наверное, легендарным. Блин, меня забыл, подожди. Ёханый бабай, как-то тут неровное место. Как в прошлый раз.
Ёханый бабай. Нет, тут не сложно. Может, прямо попробуешь? Нет. Или это не то? Не сегодня. Не сегодня? Да. А ты выключил? На заднем приводе проехал. Да? Передний включал. У нас заблокированы? Нет. Нет? Мажор, мажор. А без переднего не блокируется? В смысле? Ну, не знаю. Странно. Ладно, давай, а то сейчас пробка будет. Мажор. Мажор на заднем приводе, да? Ну, таких колес нужно. Ну да. Так, ну что, вот тут финиш. Вот поляна, где Макса УАЗ мы оживляли. Красота. Финишируем, переодеваемся. И все. Хороший номер, ровненький уже, в идеале. По ГОСТу. Так, постучим сейчас. О. Не, ну лопатой починили нормально. Другое, да? Блин, стой, стой! Там нет! Подожди, вот тут. На бампере, на бампере, на вот этой. Это же бампер УАЗовский, вот на этом. Да. Он нафига на машине. Ага. Наверное, все время на шнурке таскали, потому что у меня вот такой вот изобретательности. Нет. Ты меня очень рано отвез к квазоводам. Очень рано. Ну рано, но... Это у меня друг так в Донецке, у него УАЗ такой, ну, знаменитый довольно-таки, он вот этот желтого цвета, мы с ним много ездили. А какая у тебя там была машина? Там у меня 80-ка была. А, 80. Да, у него как-то. Так у него, знаешь, как-то. А, да это ж просто. Раз там отверточку, хуерточку, плоскогубчики, что-то раз, и мы Саня, опять едем, да. Объясню свою точку зрения. Я начинал. Понял, я считаю, что если человек не ездил на Жигулях, да, то у него. Не, ну, у меня было Жигули больше 15. И сейчас я прекрасно понимаю, что больше никогда в жизни не сяду. Не, ну Жигули. И что этап пройденный. Этап пройденный. Вот точно так же я решил подойти к оффроуду, понял? Начнем с ВАЗа. Что-то надо пережить, посвящение сегодня пережил. Посвящение, ну это я тебе говорю, это охереть. Так я же онлайн включил, вы же не знаете. Онлайн же шел. И что там? Класс. Ну Макс, все, видит? Там люди 100 с чем-то человек было. Но, ну я сижу на берегу, думаю, ну что я буду сидеть? Камера камерой, надо что-то ж делать. Надо что-то ж делать, да. Думаю, пока я домой приеду и что-то покажу людям, пусть они сразу посмотрят. Что-то знакомое, слышишь? Знакомая машина и знакомые позы, Саня. Да фига, ты где? И лазящий человек под капотом. Блин, на этом же почти месте. Не почти, а на этом же. Давай, у меня фонарик такой есть. О, все. Так. Что ты чинишь? Так ты там на нейтралку поставил? Или сейчас по ногам сейчас проедет? По ногам поедем, и вот туда, как раз с горочки. Не, на него уже залазилось нормально. Во! Или да, скрутаните. Во, скрутани, пожалуйста, стартером. Во, смотри, во! Я не такую фигню. Во, вот это. Еще один пришел. Из этой же, Саня, это из этой же мафии. О, давай, Вовчик. Давай. А не последний. Вот тут посередине. Проверь, пожалуйста, чтобы на скорости, а то сейчас у тебя рука вперед поедет. Давай. Сейчас, возьми. Стучи. Сейчас. Да нет, ты по стартеру стучи. Я стартер. Ты по лешечке. Ты по всему. Не, по самому стартеру. Сейчас, по самому стартеру. Фу, блин, ремонт в этом месте. Ремонт в этом месте особенно приятен. Вовчик, подожди, давай, делай. Да. Все, подожди. А ну? Все, отлетишь. Ничего, очень радиатор горячий. Все, ладно, не будем мучиться, завтра на СТО мы все починим. Хотел попробовать, хотел. Чуть не починил. У меня вот такая херня была. Ребята, у меня такая херня была. Макс тоже, кстати, то же самое делал, но не получилось тоже. В Ниве как-то легче вот этой палкой Вова чинит. Иди, иди на место пилота. Сейчас специалист тут, он просто с этой палкой. Да, просто надо, у тебя допуска нет в палке. В прошлый раз у него ж получилось утром.
О, жабы заквакали. Так, пацаны, поехали. Все, давайте его вперед. Поднем, заводимся и поехали домой. Смотри, какой у меня фонарик маленький, осветит. Да, да. Работа. Рус. Как парень, да? Завелась. Шайтан машина. Охренеть. Шайтан машина завелась. Все завелось. Починилось. Блин, свет включил. Все, мы на оффроуд. Закончился. Мы на асфальте едем домой. У вас едет нормально стартер, только да, подремонтировать и все. Я только что пробовал, потому что отогрелся, уже работает. Работает, да? Я только что, пока мы выехали на асфальт, попробовал. Класс. Долго в воде стояло, бро. Или катушка, или... И после гольфброда, не, оно подкисает, когда вот с воды потом высохло, понял, и оно... Да, 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 и оно потом выделывается. Плюс болото. Так, ну нормально прокатились. Нормально, это ничего не сказать. Это самое лучшее, что я видел. Это да, видите. Ну я тоже был в таком же восторге, когда первый раз я попал в эти места тоже. Это был просто лучший оффроуд. Но я там до этого мы катались уже, понял? Ага. Но когда я попал сюда, тоже где-то лето было или весна, ну тепло уже было. Просто был, конечно, незабываемые эти бродики. Не мог поверить, крыши нету, да? Да, тепло, кабрио солнце было. Светит. Ямы все проезжаем, все броды берем вообще, думаю, да ну куда это, ну? Да, за машина. Что мне это? Я столько хорошего в жизни не сделал, чтобы вот так вот фартило. Сделал, значит. Значит, сделал. Да. И гольфброд, ты видел все? И гольфброд. Да это вообще фантастика, гольфброд в онлайне и без онлайна. Максу надо скинуть. Все записано, это Макс уже, наверное, видел, я думаю. В общем, всем пока, подписываемся, делимся. Ставим, вот так вот, ставим лайки, да. Да, всем пока, до встречи.